Доброго всем утречка, мои уважаемые подписчики и зрители канала. Подписывайтесь на канал, не забываем ставить лайки, пишите комментарии и нажмите колокольчик, чтобы быть в курсе всех событий, которые происходят у нас на канале. И сегодня, 5 апреля, мы хотим поздравить, я хочу поздравить и надеюсь поздравят все мои люди, которые поддерживают меня, мой канал, наших ребят, которые оказались в сложной ситуации. Хотим поздравить Алексея Коптевского с днем рождения. Это человек, который привозил целый баул вещей для Губы и Валеры, когда он был в реп-центре с Черным, где сейчас Черный находится. Вот у этого человека сегодня 46 лет. Дай Бог здоровья тебе, Леха. Спасибо тебе за все движухи. Спасибо за помощь. Спасибо за донаты, которые ты переводил для канала. Спасибо за движение, что нашел время приехать, порадовать Валерку, Губу. Вот. И, кстати, Валеру, Губу тоже с наступающей днюхой. У него день рождения 9 числа. Обязательно я съезжу к нему. Огромное спасибо хочу передать человеку, значит, Сашке с Долгопрудного. Вчера он приезжал. Встретились мы уже с ним очень поздно, где-то в районе полуночи. Привез немного вещей для ребят, обязательно передам. У нас сейчас нуждаются два Валеры, белорус и Губа, которые находятся в раю, так скажем. Вот, соберу вещей там, какие есть, отвезу. Ну, наверное, теперь уже 9 числа, чтобы приурочить это, заодно купим какой-нибудь подарочек Валерке на день рождения. Всем приятного просмотра. Небольшие движения с утра сегодня были по каналу, значит, по нашей работе. Кое-кого видел. Все смотрите в ролике. Спасибо, что поддерживаете. Люди опять начали возвращаться к нам. Это радует. Ребята, разберитесь в ситуации, кто есть кто. Смотрите внимательно ролики. И не только на других каналах, на моем канале тоже. Листаните вниз плейлисты, просмотрите ролики, что было раньше, как все начиналось и к чему это привело. Сравните, все познается в сравнениях у нас в жизни. Поэтому желаю вам побольше мозга, чтобы разобраться в данной ситуации. Имейте, пожалуйста, свое мнение. Не ведитесь на поводу, не будьте стадом. Это самые главные слова, которые я хотел сказать. Еще раз, Леха, с днем рождения, Коптева. С наступающим, Валерку, всех благ. Ребята, весеннего настроения. В Москве у нас прохладненько, но нормально. 5 апреля. Всем добра, удачи. Всем моим подписчикам по привету. Всем, как Олежка наш говорит, хочу поймать у него канал, подпишитесь, кому интересно про природу, про рыбалку. Как Олежка говорит, всем 36,6. Здравия. Всегда с вами. Вот он. Нарисовался. Пинта-пинта. Уже в зеленке намазанный. Как же? Где ты опять летаешь? Я в ментовке, блядь, с ночь был. Что ты там делаешь в ментовке? Санек, привет. Здорово. Как оно? Нормально. Блядь, ты как всегда, блядь, на телефон смотришь. Ну вот нахуя вот скажи. Да я не тебя, я вот. Ну, блядь, ну. Товарища своего. Короче, каким, блядь, это мой земляк. Что ты вот земляку не поможешь? Хули он на улице? Нет, так помогать. Как его вот? Помогает бухлом. Да. Куда, Сань, куда вот его деть, а? Один. Куда? Пойдем. Куда его деть? Сань. Че, он домой не хочет. Не хочет, да. Грязный опять, ёб твою мать, нахуй. Я говорю, блядь. У меня есть штаны, куртка у меня есть, я тебе могу принести. Ну, это мне опять, блядь, на один день, нахуй. Меня, понимаешь, это тоже на мой, это, мой размер, как раз его. Но почти одинаковый. Вещи есть, блядь. Ну видишь, он что. Я вчера вижу, блядь, сука, руку порезал, блядь.
сука, зашивали, Лешкин, блядь. Уронили меня, сука, пидорас, блядь. На, держи, блядь, за пазу куда-нибудь. На, я инвалид, блядь. Ох, блядь. А? Валера, Валера. Что ж ты делаешь, блядь? Хуй его знает, что с ним. А? Хуй паспорт он получил? Да, у меня лежит паспорт. Только не отдавай, нахуй. Естественно, ксерокопию могу каждый день носить, нахуй. Пусть только ходит. Не отдавай оригинал, блядь, но. Пизду. Иначе ему он надо, не бьет. Ему надо пальцем. Быть чистым, сходить, вот, блядь, этот медицинский полис получить, нахуй. Блядь, пиздавать. Я... Куда пиздавать? Вот да, МФЦ. Вот МФЦ, да, ёпта, куда? Сейчас через МФЦ что делают? Я не могу, у меня сейчас, блядь, на работе завал. Да, не, Санька, и так... Сейчас немножко разгребусь, еще 20 дня. Ты что, не на выходном или как? Не, работаю. Нет? Работаешь? И вчера тут хуярил. Вчера хуярил. Если что, под вечер. Бухануть? Вечно. Бухануть? Не бухануть. А, поспать? Да. Потому что я сейчас с начальником поругался. Я сам видишь, я чистый, блядь, такой, блядь, нормальный, блядь. Сань, дай сигарет. Давай я тебе куплю сигарет сейчас. Я да себе сигарет буду я тебе дам, блядь. Да, ну, пока дашь, а потом пусть у него будут сигареты. Да, блядь, купим, блядь, там. У него есть мои, его бабки у меня, нахуй, там перевели копейку. Ага. Я вот в тот раз хотел перевести, блядь, мне не получается нихуя. Ну, не получилось. С моей карты, блядь, короче, блядь, там... Сейчас, что-нибудь купить тебе это, грызануть, ну. Нет. Да он, я вон ему грызануть взял. Сейчас сигарет возьму. Сань, помнишь, да. На тебя что-нибудь уебался, нет? Ожик на меня, а что он будет уебаться? На, там длинных не было, короткие. Ты хуя. Должны, блядь, как земля колхозу в магазине, он это говорит. Как ее, худенькая это. А кто же брал? Маша должна и черный. Общая сумма 560. Ну я 250 отдал, нахуй. 560? 560 рублей. Я говорю, не давайте им пойло, блядь, в долг. Маша наша. А, ну хватит, да? Да. 250 рублей я отдал долг. Бомжику, блядь, найди-ка сейчас, если найдешь, пускай подойдет к этому. Я ему пару слов скажу. Блян, ты раз, пиздец, ты упал или чего с тобой опять, блядь? Заебал ты нахуй. Упал. Сань, блядь, я вот, видишь, вчера упал. Видишь как? Вижу. Асфальт нахуй. Вижу. Обукатился нахуй. Жизни, блядь, нет. И зажигалки нету, да? Не, есть зажигалки, я тебе дам. Ебать. Я тебе даже подарить могу. Как, блядь, земля раскололась, и ты выскочил, нахуй. Космос. Ебаный, бро. Рога тебе еще приделают, и бэк, и хвост. Только не потеряй, блядь. Все, ребят, полетел я на работу. Ментовки, блядь, ментовки, менты не возьмут, нахуй. Полетел я на работу, а то уже и так опаздываю. Замерз весь. Ждал. Я каждое утро буду здесь проходить. Да так, блядь, на троечку, как, нормально. Как мечтал познакомиться, блядь. Нормально, Валерий. Сестра, чё его сестра, нихуя, не алло. А? Сестра его. Ну, я ебанул, да, звоню, он. Пишу ей, не алло вообще. Ну, нахуй. Там есть еще один. Есть она? Один. Ну, блядь, хуйно, попробуй. Ой-ой-ой-ой. Улыбнула у меня сегодня ситуация. Зашел в магазин сейчас, покупал сигареты себе и космосу. И продавщица говорит, не продавщица, а хозяйка магазина, мы ее знаем. Блин, забыл имя, как зовут. Говорит, должны ваши эти. Куда, говорит, всех бомжиков подевали? Ну, я рассказал, что так и так. Сделал паспорта, кто работает, кто куда делся. Вот, должны, говорит, денег. Машка и черный. 160 рублей. Ну, все не смог отдать. 250 рублей отдал. Отдам, говорю, со временем. Не давайте, говорю, в долг им больше. Водяры, по крайней мере. Вот такая ситуация. Ну и все. И еду я на работу, короче. И небольшой влог, ребята.
по моей работе. Вот такие диваны. Какой-то большой банкетный зал. Их будет 4, 3 вот готовы. Один нужно собрать. И вот такие диванчики. 6 штук. 2 я уже сделал. Осталось 4. Кроватка стоит до сих пор. Никто ее не забирает. Работаем. Спасибо, что с нами. Спасибо за просмотр. Всем еще раз добра. Работаем дальше. И мысли выражайте, ребята, что хочу сказать еще. Значит, ну, все пишут, да, вот Саня, отвези его, я про космоса, отвези его, значит, Губе. Ребят, там не безразмерная, не резиновая Серега Крымский наш. Вот, он себе набрал команду, во-первых. Во-вторых, ну, космос, видите, он сам говорит, не хочу ехать там туда. Я не знаю, что он сам хочет, здесь главное его желание. Отвези куда-то, в Мордовию его отвезти. Нет пока такой возможности у меня. Не верьте тому, что у блогера маэстро миллионы. Выкручиваемся из того, что есть. Выкручиваемся из того, что есть. По минимуму собираем вещи, раздаем ребятам. Вот сейчас сумку соберу. 9 утром или 8 вечером поеду в Лобню. Отвезу шмотки ребятам. Вот Серега Крымский тоже говорил о том, что нужно одевать ребят, в первую очередь тех, кто работает. Вот, и самым нуждающимся, значит, самый нуждающийся у нас космос. Опять сегодня, вот видите в ролике, что он опять уже грязный, извозюкался. Не знаю, как быть, опять какой-то земляк там с ним. Опять эти 2 полторашки дешевого пойла. Ну, купил сигареты, но кушать он не захотел. Поэтому вот так. Спасибо, спасибо, что со мной. Всех благ. На связи. Звоните, пишите. Ставьте лайки, комментарии. Все читаю, всем отвечаю. Еще раз предупреждаю, уважаемые хейтеры. Оскорбления, речи про наркотики и так далее. Оскорбления в плане того, что мошенник я или не мошенник. Всех в бан. Всех в бан. Предупреждаю 1000 раз. Мне не нужно миллионы подписчиков, мне нужны качественные подписчики, которые имеют серое вещество, которое действует. Не просто мертвым грузом оно лежит в ваших головах, а серое вещество, где работают нейроны и дендриты. Вот такие мне подписчики нужны. Пусть их будет 7000, этих подписчиков, и не более. А вы там набираете людей неадекватных, типа Челябы и всех остальных, типа той бригады, которая собралась у вас в телеграм-канале. Общайтесь, пожалуйста, про чека-пеки и так далее. Все, что на что вы способны. Ладно, это отступление для хейтеров. Но все равно вам огромное спасибо. Двигайте канал. Рекламируйте, рекламируйте, а умные люди, это маленький процент, 3-7% по статистике людей, которые из общей массы людей выделяются каким-то интеллектом. Это радует, что такие люди есть, и радует, что такие люди подписываются на наш канал. Всем добра, до следующих видосов.